Да, друзья, вы видите собственными глазами, не зря Тихий океан называют тихим. Пойди вот раскочегарь такую массу воды. А? Вы представляете, какой тихий. Хотя, конечно, известно, что штормит тут не по-детски. Вот, но тропики просто глаз радует. Если бы, хотя и ветер, правда, мы против ветра скорее идем. Вот, и если бы не мощные двигатели нашего судна, то как бы мы тут двигались, только что галсами какими-то под парусом. Да, хорошо. Тропики, друзья, ой, тропики, влажно, душно, жарко. Этот день мы в океане, ничего не происходит, народ лежит на пляже. Что там на экране сейчас мы глянем? Ну да, кино какое-то идет. А внутри кондиционировано, поэтому, когда выходишь на палубу, то, конечно, очень-очень чувствуется вот это вот. Вы видите, друзья, значит, ребята, они живут в Калифорнии, в Сан-Хосе, но родом из Эквадора. И вот они с этим плакатиком будут бегать по палубе, а местная съемочная группа будет их снимать. Да, давайте. So guys, say hi to our viewers. Hi. Вот вы видите, им раздают тут всякие бумажечки красивые. И вот они там сидят, рисуют, там дают типа ватманской бумажки. Вот специально они это делают, а их потом будут снимать. То есть это готовится как бы для будущей съемки. А вот бумага, смотрите, разных цветов, пожалуйста. Так, это индийский флаг слева. Так, а это панамский, друзья, это панамский флаг. Мы с вами, друзья, забрались на палубу 16 этажа. Сюда уже лифт не ходит, вот только по лесенке можно. Называется спортивная палуба. Вот этот бассейн называется сплэш-пул. Вот такая вот штука. Давайте мы к носу подойдем и вот посмотрим на океан, как он вперед по ходу корабля. Ветер дует, тут не знаю, что вам слышно, не слышно, но вот так с носу-то смотрится, ну почти с носу. А вот, друзья, мы пришли на, можно сказать, концерт, не концерт, свободных мест вообще нет, зал битком, и будет выступать Magician, то есть, можно сказать, такой фокусник с дрессированной собачкой. Американская версия белого пуделя, друзья, если кто читал, конечно. Here her card, so tell them. Your card was the three of hearts. Is that right? All right. For the sticky part, there's another dollar for you. You can buy some tape to fix that one. And we have one more for you. Thank you. That is a gift from me. Мужик совершенно невероятный, невероятный мужик. Да, такое редко можно увидеть. Сегодня, друзья, у нас программа «Голос», второй тур отборочных соревнований. Вы видите Светлану, она заполняет карточки. Это наши голоса за того или иного исполнителя. Она вела запись такую, я сейчас просто переписывать. Ну и как всегда бывает в сельских клубах, после лекции танцы. Yeah.